Лещина. Найс. Здорово, гойс. Я решил вас пожалеть и взял только одно яблоко. А мог бы взять два. И вам бы пришлось слушать чавканье в два раза дольше. Яблоко супер охуенное, только оно настолько сочное, что стреляет соком каждый раз, когда его кусаю. У меня весь стол уже в яблоке. Я обычно, когда обедаю, либо ужинаю, я, короче, чирю в пирец. Какой-то маленький баланс, там, типа, знаете, по 4 в скобочках 12. Что, типа такого? Зачилка чисто. Как кино. У меня теперь вместо сериалов и кино ставишь 100 автоспинов в пирец. По 4 в скобочках 12. Мелкое яблоко. Будете доедать? Чет. Доедать будете? И что от доната изменится? Я буду тебе докладывать все или что? Ой, блядь, ебаная вебка. Потому что нет этого для проводов дырки, пиздец. Как же это меня бесит, сука, когда у меня будет нормальный стол. Кто выиграет в файте? Ты с рапирой плюс тараской, три муншардами плюс дайодалусом или пять пределов с трех тарасками плюс пассивкой Хускара. Ты опять? Донат до 250 или 500. Ну, поэтому 1000. Ну, и не только поэтому, разумеется. Я не собираюсь слушать весь стрим хуйню какую-то. Я еще не выспался, я не готов слушать какую-то хуйню, бля. Ты разрешил Тянке выкладывать фотки с собой, или вы вместе решили создать инфоповод для поднятия охвата? Это похоже на меня, чел. Я таким занимаюсь. Очевидно, ничего не разрешал. Но как это даже спрашивать? Ты хоть раз видел, что я чем-то подобным занимался в своей жизни? Бля, гайс. Вот вы сейчас думаете, я буду сидеть перед вами вот полный отчет давать. По всему. Вот вы как обычно просто, это пиздец. Сейчас полный отчет на протяжении всего стрима, только об этом и буду говорить. Самозванно, что человек всегда думает, что я будто бы обязан что-то ему рассказывать, я не знаю. Обязан. Сидеть, отчет давать. Сейчас я начну. Пап, что скажешь про Ульяну? О, великие силы. Просто скажи невидишкам что-то. Что сказать? Супер вкратце могу сказать, но сейчас по-сибонски. Если будете дальше расспрашивать, потеряйте только донаты. Знаете, что не любитель на какие-то личные темы разговаривать? Короче, супер вкратце, была у меня, ну, типа, Венеции альтушка. И она, ну, как бы ее тяжело контролировать было. Вот она окончательно взбунтовалась. Ну и вот и все. Типа. Обиделась и окончательно взбунтовалась. Непослушная альтушка. Все. Ничего больше добавить. Какое нахуй ожерелье за 16 кабачей? Что вы придумываете? Что с вами не так? Вот я должен сидеть на эту всю хуйню бесконечно отвечать. Чьи-то выдумки, как обычно. Мне это супер интересно, да? Оценя анекдот. Привезли больного диабетом два типа в больницу, в обмороке. И вот приходит он в себя, и доктор его спрашивает, как твой сахар? Пациент ответил, и начал кудахтать и пиздиться с врачом, собирая бонусы. Папаня, получается, Ульяна сама себе купила браслет к карте на шею. Всего-то 16 габачей, на фоне старый диван подтверждает, что это выглядит реалистично. Все так и девушки не отличаются. 100x нахуй, блядь. Весь чат видит. Чел, ты еблан, какой нахуй карте за 16 тысяч? Ну, вот как мне с тобой разговаривать? Ну ты что-то придумал, и я должен с тобой это обсуждать. Ты, надеюсь, никакие другие фотки не давал ей делать? Хорошего стрима. Стас рефаунд лох. Чел, у меня самого найдется миллиард. Ладно, неважно. Короче, миллиард всего, так что не переживай. Гоновый смайлик с мальком. А кто его будет делать? Привык к расстоянию до Моника? Ну как привык? Мне нужно все нормальный стол, блядь. Блядь, что значит привык? Ебать нахуй! Сука, ты хрен это видел, блядь. Ебать! Пизда! Привет, Луда Манич. Прив. Когда уже за голову возьмешься? Прив. Уже пенсия скоро, а ты хуйней занимаешься. Какая нахуй пенсия? О чем это вообще речь? Что, на работе нахуй пенсия? Чем потом должен заниматься? Хуйней занимаешься. А чем должен заниматься? Не думал пойти на работу. Мечтаю. Скоро пенсия, а трудовой стаж не капает. На что жить будешь? Докхаус, брат. И вопрос, сунешь письку в жерло вулкана или не дотягиваешься? Нахуя я зашел в чат? Вот второй монитор всегда просит, а вот ради чего? Что с ведущим там происходит, блядь? Где ты этого ведущего видел? Паулиус. Нет, я его не видел. Паулиус, блядь. В постели ты его видел. Твоего бати? Ведущий кринж. Паулиус. Извращенные имена. Паулиус. Нет, с подружкой не общался. Есть это та подружка, которую, думаю... Какую игру посоветуешь по типу Варкрафта? Игры по типу Варкрафта? Чел, РТС мертвы. Игры по типу Варкрафта, во-первых, не существует. Во-вторых, Варкрафт в свое время был переворот в жанре РТС. Это было как бы... Даже не знаю, с чем это сравнить. Варкрафт в свое время был... Это как, не знаю, это как когда выпустили PUBG в мире шутеров. Вот
Вот, помнишь, выпустили PUBG, это было вообще, типа, вау, типа. Так вот, Warcraft в свое время это было то же самое. Но, после PUBG делали Battle Royale, а после Warcraft уже RTS толком-то и не делали вот такого уровня. Warcraft это RTS с героями, он, ну, уникальный. Ничего лучше Warcraft нету. По Warcraft до сих пор турики проводятся, но, конечно, почти никто не играет, но все равно. Посмотреть бывает интересно. Бля, что он только что хотел сделать? Короче, вот так вот, типа, вперед наклониться и, типа, падать, это моя тема, это мой прикол. Только я еще дальше пытаюсь упасть, знаешь, типа, как будто уже буквально падаешь. Блядь, ведущий за моей... Меня копирует, мне кажется, местами. Какие-то, блядь, звуки издает непонятные. Падает, сука. После Elden Ring сделано голосование. Там будет несколько игр. Аукцион, как обычно. Классический вариант не стримить. Вообще мейнстримы. Там типа месяц, например. Короче, там будет 7 дней лета, наверное. Аукцион. Не стримить месяц мейнстримы. Какая-то игра, которую часто просили. Типа там Prey. Пусть будет тоже. Ничего особо такого добавлять, не знаю. Короче, не знаю, что добавлять туда. А, ну и Цушима. Хотя сомневаюсь, что кто-то хочет, чтобы я Цушиму закончил, но я, в принципе, сам хотел. Так-то в теории я сам хотел, но по-любому когда-то я закончу, наверное. Чего второй? Мой англичан не возьмешь. Потому что мы... Блядь. Потому что стол неподходящий сейчас. Мне кажется, без чата, блядь, ну лучше. Я обещал, что я возьму второй моник. Я это обещал, я это сделаю, когда у меня будет стол. Нормальный, для меня, удобный. Но, если мне не понравится быть ее со вторым моником, если меня это будет отвлекать... Мне кажется, второй моник больше нужен не для чата, а для донатов. Сейчас я могу посмотреть на донаты, не альтабаясь. Сейчас чихну. Да, я. Когда компик привезут? Ну, наверное, скоро, по идее, я не знаю. Да, блин, а толку? Ну, как, смотри, я же, по сути, ну, вот, стримлю Elden Ring и браузер. Ну, вот будет у меня компик вместо этого, какая разница. Мне бы стол лучше даже. Вот, мне бы сейчас стол лучше. Другой стол. Но я занимаюсь этим вопросом, я уже рассказывал, что я, короче, был в офисе компании, я нашел, в общем, я искал стул. Изначально. Я сходил в офис компании, которая мне показалась, продает классный стул. Я посмотрел там этот стул, но они сказали, что нужно идти туда, где, короче, ну, именно его продают. Что именно офис для, там, не знаю, для каких-то там деловых встреч, хуй знает. И заодно я там пообщался с челом, он мне еще сказал, что столы у них есть. Я у него поспрашивал за столы, он мне тоже показал. Вот это, типа, фирма, можно купить и стул, и стол. Будет у меня как-то время, maybe туда даже зайду с видосом. Но я не знаю, ведь получится ли видос снимать. В любом случае, в ближайшее время я сниму видос про хату. Потому что меня уже с ним доебали просто. Когда? Надо уже его записать наконец-то. Ты его еще не снял, оказывается, видос про хату? А ты думал, что я снимаю видосы, и потом они там неделями лежат? У меня нету никаких видосов, если что. У меня нету видосов в кармане, снятых уже. Но все равно, блять, я же не могу прийти просто взять стол, мне его надо заказывать. Это так называемое кастомное решение, блять. Я не могу просто взять стол. Не продают столы вот так вот метр в ширину называется. Ну, короче, в длину. Метр в длину и с дыркой. Не продают их. Банально потому, что вот почему не продают столы с дыркой? Кстати, задал такой вопрос челику, который мне все объяснял в этой фирме, в офисе. Я спрашиваю, а почему столы с дыркой не продают? И он мне сказал гениальную вещь, очевидную, почему я сам не додумался. Он говорит, столы с дыркой не продают, потому что каждый клиент, очевидно, хочет дырку вместе, ну, в своем, где он захочет. То есть кто-то может хотеть ближе к центру, кто-то сбоку. Ну, то есть у каждого клиента свое понимание, где должна находиться идеальная дырка в столе. Поэтому, очевидно, столы с дыркой не продают. Поэтому любой стол с дыркой — это по дефолту кастомное решение. И поэтому в любом случае надо ждать. Надо что-то там выбрать сначала, потом ждать. Это в любом случае. Стол с дыркой купить, грубо говоря, около невозможно. Тем более метр в длину. Это практически невозможно. Только заказывать. Ну, по крайней мере, знаю где уже. Хоть что-то. К стоматологу еще надо сходить. Правда, там я видос не планирую записывать. Потому что у меня зубы только могут желтеть, я не могу их, ну, почистить сам. Много раз рассказывал, почему впадло повторять. Короче, все в том, что надо зайти к стоматологу. Что ты, блядь, несешь? Кто кого шантажирует, поехавший? Ой, какие силы. Почему ты вообще транслируешь это, блядь, в чате? Ты просто сказал, что у меня все есть. Вообще все. Вы можете себе только представить, что у меня может быть. Но это литерально все. Прям, вот, прям все. Гай, что вы мне за хуйню транслируете? Ой, какие силы, блядь. Я больше не буду на это отвечать. Вебку на монитор? Нет. А чем вообще пиздатый ракурс вебки на монитор, если он ограниченный, разве? Мне кажется, по центру логично. Ну, у меня не совсем по центру. У меня всегда было на левой стороне от центра. Ну, типа, вот центр, но чуть левее, потому что я левша, я не знаю, потому что у меня провод, в смысле, дырка для проводов слева. Гайс, зачем реально меня повторяет, что он исполняет там, это пиздец, нахуй.
Как будто зритель моих стримов, это пиздец. Че с ним? Вот так-то лучше. Блять. А видео, где она тебя стропонит, и ты ей пятки вылизываешь, есть? Ага, чел. Она угрожает в 0000 слить. Конечно. Как я вообще нахуй не послал, я не знаю, просто мастер самоконтроля. Хочу яблоко. А имею только огрызок. Имеет 16 осколков, древоупадка из 20 возможных, с имбобилда, но это кастомное решение или хардкор? Писать хуйню в чате, это кастомное решение или это быть долбоебом? Сколько можно эту хуйню писать, блять? Брали ли вы лицензионные диски с Варкрафтом? А, ну когда-то у меня было такое дрочево, когда мне было лет 13-14, я прям жестко дрочил на то, чтобы купить лицензионные диски по Диабле 2 и по Варкрафту. Короче, это вообще была отдельная тема когда-то супер давно, когда мне было еще лет 12-13, где-то так. Типа я хотел играть по Battle.net Warcraft 3, именно вот, ну, на лицензионных серверах, не на каких-то там алькарах или что-то типа такого. Допустим, я играл в Diablo 2 там на алькаре и еще где-то на Playground и на алькаре я играл в Diablo 2. На Playground у меня был ужасный пинг, я на алькаре в основном играл, если не ошибаюсь. Короче, я хотел вот Warcraft 3 по Battle.net играть. Разумеется, у меня бы нихуя не получилось, потому что там пинг был просто terrible. Ну, в те времена, учитывая, какой интернет был тогда в Венеции, это все было, ну, без шансов. Но очень сильно хотелось. Я тогда дрочил на лицензионные диски, и не только я. Типа, все мои знакомые, кто там играли в эти игры, они тоже хотели себе лицензию в идеале. То есть в те времена это было пиздец уважаемо, ну и сейчас это легендарно, да. И у меня, если что, есть лицензионные диски Warcraft 3, именно вот там с CDK-ами на них. Было уважаемо, стало легендарно. Две двуручки с прыжка под фулбам. Иди нахуй. Вы представляете, что бы было, если бы, например, задрачивал парирование? Вы представляете, насколько имба-механика парирования в этих играх? Как вы думаете, что было бы, если бы парирование постоянно юзал? Такие бы дебилы, как вы, писали бы, что ты обузишь имба-механики, опять же. Где камбучи? Вопрошает попучи. Где? Где? Как тебе идея назвать мальков именами топ-донатеров? Тогда придется каждого как-то уникально помечать, или что мне их подписывать, чем их подписывать. Мне проще топ-донатерам этих мальков подгонять, если что. Пусть они уже сами с ними что хотят, то и делают. Я ж не буду сидеть с горой мальков вокруг себя и ими жонглировать. Типа, это Саша Камень, это там Стас Рефаунд, а это коцы. Погнали стартовать Лигу в поешке. Какая нахуй Лига в поешке, блядь? Лига в поешке. Я жду PoE 2. В PoE 2 я буду играть 100%. Меня никто не остановит от стримов PoE 2. Пусть даже там стримы PoE 2 будут смотреть нахуй, я не знаю, даже трехзначное число челов. Даже не четырехзначное, мне похуй. PoE 2 я по-любому затещу. Если мне понравится, я буду это постримливать. У меня надежда, что PoE 2 будет захватывающий по сравнению с PoE 1. Все это будет, ну, просто вот с нуля. Охуенная игра в этом жанре. Реально лучшая. Потому что PoE была лучшая, но она меня так заебала в том плане, что там эти изменения бесконечные. Невозможно за ними уследить. Игра вечно меняется, невозможно проследить за этим всем. Просто, что там происходит. Поиграл в PUBG на новом движке. Я всегда рассказывал много раз, какой я хотел бы PUBG. Я хочу нормальную систему рейтинга, которая была в начале. Вот типа шахматной, Элла. Далее, я хочу, чтобы можно было падать на карту 200 человек. Ну, допустим, на Эранге, чтобы 200 человек могло упасть. И нормально все работало, блядь. Никаких ботов, просто 200 человек падает, и все. Девочка красивая, КСТ. Красивая, но вредная, непослушная. Так что толку. Когда будешь приходить бесконечно лето на другие концовки? Какие нахуй другие концовки? Я буду 7 дней лета играть, если буду играть. Блять, нахуй! Блять, ты чё, мальмук? Ты чё, малёк? Почь вовремя не задетектил неадекватность тян. Чел, я вообще специалист в этих темах. Я задетектил неадекватность ещё, блять, сразу же, в первый месяц. И постоянно об этом напоминал. И, ну, как бы... Пиздец. Не задетектил. Всегда об этом знал. Конечно, я не буду комментировать все остальное. Не думал лимитированно продать энное количество мальков, но только для топ-донатеров. А, не только для топ-донатеров. Я могу их продать, но очень дорого. Чисто в теории, ну, за малька... Оригинального малька я точно не продам, потому что он оригинал. Оригинал это, ну, респектабельный малек. А копию малька я могу продать, ну, не для топ-донатеров, но это очень дорого, сразу говорю. Тут должно быть нечто уважаемое, нечто, ну, как бы, ценящееся. Ну, они качественные, ну, как понятно, что они не стоят там... миллиарды, но я же говорю. Топ-донатеру как подарок можно в теории. Но не всем. Допустим, Владерону не буду дарить, потому что Владерон хейтерон. Ганатрон, блять. Как твой сахар? Ну заебись! Как твой сахар? Заебись! Чтоб похайповать? Ну, блять, чел, ты знаешь, что люди разделяются на порядочных и непорядочных. Непорядочные люди не задумываются о том, что они делают. И, ну, типа. За сколько в теории продать малька Владерону? Владерону? 10 тысяч долларов. Нахуй, 15 тысяч долларов. Чел, имеется в виду базово красивое, базово. Понятно, что татухи и крашеные волосы портят. Я о таком 24 на 7 всегда повторяю. И, ну, как бы, никогда от этих слов не откажусь. Имеется в виду базово, понимаешь? Всегда можно себя испортить. Я же всегда на стримах рассказывал, как тянки обожают этим заниматься. Короче, я
закликаю вас. Закликаю как по-русски, закликаю по-русски как, не знаю. Короче, пишите все, что я супер конченый даун, когда выпадет 5 спинов. По 100 долларов? Я беру армию мальков на эту бонуску против дьяволов. Ебать. Это первая в жизни моя супер-пупер бонуска в Хексо. И она не просто супер-пупер, она по 100 долларов. Ну, я не знаю. Она, по идее, супер-пупер бонуска наебать вообще не может даже. В теории, кстати. Не могу их всех уместить. Ну, все вот так нормально, более-менее. Это история, нахуй. Супер-пупер бонуска, по идее, не может наебать. Мальки, давайте, блядь, поднажмите. Ну, одна шестерка. 50, пойдет. Ну, все мало, все мало. Ой, сука. Это мало, гайс, вы не поверите, но это мало, потому что это супер-пупер бонуска. Вы думаете, это много? По деньгам это много, но по иксу это мало, это супер-пупер бонуска. Я должен был побить рекорд баланса сейчас, по-хорошему. Пизда! Ну дохуя денег, да, но... Дохуя денег, но это супер-пупер бонуска. Я сейчас должен был быть баланс, ну не знаю, 1150 долларов, я думаю. Ну или 100 плюс, хотя бы 120 тысяч долларов. Потому что это супер-пупер по 100 нахуй. Зач Чан подогнал Ван Вин Сундукич. А что мне с ним делать? Он огромный, блядь, где мне его держать? Вы не понимаете, что такое супер-пупер бонуска в Хексо? Она, это мифическое, это нечто невозможное, это мифическое что-то, блядь. Пидорс по 100-300, но теперь можно. Ебать, вот это было, конечно, в каком-то смысле легендарно, в каком-то смысле не повезло. Как твой сахар? Как твой сахар? Да-да, супер бонус, да-да, верю, да-да, я, да-да, верю, да-да, я, да-да, верю, да-да, я. Как твой сахар? Вот такое. Как твой сахар? Да еще! Когда ролик новый будет, кстати? Ну, я надеюсь, высплюсь, тогда завтра запишу. Постараюсь завтра сделать обзор на хиту. Ну, обещать не буду, конечно, на всякий случай. Думаю, все. 60-ку оставляем. Ну как бы пригодится, сами понимаете. Давай завтра стрим Элдена. Ой, не знаю, блин. Так если я буду записывать видос завтра, захочу ли еще стрим Элдена делать. Мы это вообще стримить не буду. Все, гайз, всем пока. На сегодня все. Я постараюсь в ближайшее время уже наконец-то сделать видос про хату. А то, конечно, с такого вопроса про него достали. Я уже много раз говорю, что вообще изначально то, что видос про хату так затянулся, это не моя вина. Не моя вина. Не хочу сейчас долго рассказывать. Это, конечно, может звучать как оправдание, но мне плевать. Объективно, это не моя вина. Все, всем пока. Прощавайте, хлопці-то девчата. Доброй вам ночи, любі малята. Пока.